Я волшебник, дед всевет, мне в обед всего 100 лет. Сказку начинаю, в гости приглашаю. К тем, кто сделал все дела, сказка в гости пришла. Лиса и тетерев. Русская сказка. Бежала лисица по лесу, увидала на дереве тетерева и говорит ему: «Терентий, Терентий, я в городе была». «Бу-бу-бу, бу-бу-бу, была так была». «Терентий, Терентий, я указ добыла». «Бу-бу-бу, бу-бу-бу, добыла так добыла». «Чтобы вам, тетеревам, не сидеть по деревам, а все бы гулять по зеленым лугам». «Бу-бу-бу, бу-бу-бу, гулять так гулять». «Терентий, кто там едет?» — спрашивает лисица, услышав конский топот и собачий лай. «Мужик». «Кто за ним бежит?» «Жеребенок». «Как у него хвост-то?» «Крючком». «Ну так прощай, Терентий, мне дома не досуг». Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец.